Сегодня 26 апреля 21 года. О, 26 апреля в 1986 году взорвался 4-й реактор на энергоблоке. Я служил тогда как раз срочку в Порховском районе. Помню, вышел сержант из подземелья, бункер там такой был, и сказал, что трагедия на атомной станции на Чернобыле. Взорвался 4-й блок. Всем, типа, ну, нехорошо будет. Было тепло очень. Хороший день такой был. Накануне майских праздников. Баню рубили с отцом еще. С армии вернулся. Ну, как бы старенькая. Но функции свои выполняет. До сих пор служит верой и правдой. Спасибо ей за это. Ну, а так хорошо попариться веничком березовым или дубовым. Хворь выгнать застоявшуюся из тела бренного. Сколько еще Господь отпустит на этой земле, неизвестно. Так что так. Грусть и печаль осталась одна.